Песня, у вас есть песня, вы прошли не с пустыми руками, с гитарой. Что это будет? Это песня нашего проекта Saint Love, она называется «Радуга», и она написана в нашем оригинальном стиле хип-рок, который объединяет русский рок и хип-хоп американский, настоящий хип-хоп from New York. From New York. Yeah. St. Pete. Yeah, let's get it. St. Pete, St. Love, one love. Beside. Встала радуга над лесом, осветила пять земли. Над моею головою разливаются лучи. Нету зла и нету войн, нету денег и больных. Наконец-то я спокоен за себя и за других. Я сын того сына, я внук того отца. Я дух. Моя правда не сила, моя правда доброта. Долой насилие. We bringing it back. Saint Pete fire all the way on the track. Bringing that fire. Won't wait to see the heat in. Say love, but we take it to the street cause we need it. Peace, we gon' get it greeny. Going where the city is open, we take it easy. We need the peace and the love, so we do it. Saint Pete, Saint Love. Через ночь приходит утро, через день приходит вечер. Если чувствуешь, что круто, значит ты уже отмечен. Если злость тебя терзает, значит ты уже испорчен. Ты убьешь меня, я знаю. Я сын того сына, я внук того отца. Я дух. Моя правда не сила, моя правда доброта. Долой насилие. We see the end of the story like the beginning that we want before. Before we get the glory and we gotta take it back. Saint Pete bringing the heat Rick Star. In the studio all day like a dragon. Bringing hot fire Saint with the soul with the sound. We need it, yo, we gotta have it. Taking Saint Pete to the back of the map, it's too much. Я сын того сына, я внук того отца, я дух. Got to have it for the way back. We see the rainbow, see the ending. Beginning of the treasure with the wedding. We need to be, need to breathe it. Peace on life, wet to see that we taking it back. Bring it for the soul on the track. NRG Radio, where you at? 1, 2, 3. Yeah! Друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Елгазин, художник, автор-исполнитель, более известный как Saint Love, и Рик Стар, художник и хип-хоп-исполнитель из Нью-Йорка. Мы продолжим беседу буквально через несколько минут.